Всем приветики! Знали ли вы, что в Xiaomi есть разблокировка экрана по лицу? Я вот не знал, мне недавно показали. Получается, вот, блокируем экран, снова разблокируем, и такой смайлик наверху, это и есть разблокировка. Вот он мотнул головой, значит, не узнает. Еще раз, вот, все, узнал, галочка такая. И можно просто разблокировать. Там еще в настройках можно выбрать, чтобы этот экран не показывался, сразу открывался рабочий стол. Вот, а нету его из-за того, что получается оригинальные настройки. То есть не для всех регионов это работает. Вот сейчас у меня стоит Россия, и оно работало. А я изначально нахожусь в Беларуси, и у меня всегда стояла Беларусь. И как раз-таки в Беларуси этой функции нету. Вот мы блокируем, разблокируем, и уже этого смайлика нету. И нужно либо пароль, либо отпечаток. Заходим в настройки. Блокировка и защита. Все, здесь нету ничего, только управление отпечатками. Идем обратно в региональные настройки, ставим Россию. Так, сейчас. Россия, где она там? Что-то далеко как-то. Вот. Ставим, после этого заходим обратно в блокировку и защиту и видим, что добавить данные лица появилось. Вводим пароль, и вот оно пишет, что можно их добавить. Ну, то есть, как мне писали, что многие ждали, что с выходом Android 9 выйдет разблокировка по лицу. Я тоже думал, может появится, заходил, а у меня не было. Оказывается, она есть, просто не для всех. Вот, например, сейчас она есть. Добавить данные лица. А если поставить мою родную, Беларусь, то оно исчезнет. И когда меняешь оригинальные настройки, то меняется, то добавляется еще приложение. Вот, вот эти вот Mi Community, Yula, Joom, Яндекс приложения и игры у меня их изначально не было. А после того, как я сменил регион с Беларуси на Россию, то появились вот эти вот 6 приложений, и разблокировка по лицу появилась. Раньше не было. Плюс еще здесь вот появилась вызов Яндекс.Такси, раньше не было. Вот. Так что такие вот дела, кто не знал, пользуйтесь. На этом все, всем покедова.